Всем доброе утро. Сегодня 30 мая 2023 года. Мы гуляем с мальчишками и пару шпицулечек с нами. Девочки уже погуляли отдельно. У нас был ночью сильный дождь, все мокрое, конечно, а мы все равно гуляем. Ну, потому что мы любим гулять, гуляем в любую погоду. Да, собачки мокрые и лохматые. Вот такие. Дим, вот такие мы. Но ничего, у нас еще теплые полы все равно работают, поэтому они обсохнут. А потом я их, как подсохнет на улице, покупаю, порасчесываю. Я очень люблю купать собак, расчесывать, это очень приятно. Ну, мне, я прям релаксирую, когда длинная шерсточка, волос шикарный. Ну а пока гуляем, и что-то вот начинает опять капать еще дождик. Ну вот поэтому пока есть возможность, выгуляемся, выбегаемся, а потом уже зайдем в домик. Там у нас есть тоже зимний выгул. Они могут там спокойно погулять немножечко, здесь немножко там, поэтому ну вот такая погода тоже имеет место быть, поэтому пока есть возможность, мы сейчас немножечко погуляем. Вкусняшки они уже получили, досушиваются ушки, так как погода не очень, поэтому сегодня целый день погулять не получится у них. Ну, понемножку буду выпускать, потому что они очень любят еще земельки покопаться. Потом еще их красивые пятачки тоже грязные. Ну, всегда смотрю, чтобы не особо сильно они были грязные. Вот, так что, ну, вот такие наши все равно красивые шпицульки, пусть даже мокрые, зато мы свободные, активные, счастливые, веселые. Да, зайки? Китюнечка, вот эта китюнечка ждет свою мамочку, папочку. Пози, я мокрая, но я все равно красавица. Стой, солнышко. Я скажи, красавица. И ты красавица. Да, я тоже скажу, мокрый, лохматый, но красивый. Вот, детки. Зато у нас все натуральное. Вот такие мы красотулечки. Девочка, напоминаю, померанский шпиц мини. Девочка подрощенная, полностью привита. Документы, клеймо. Очень нежный, спокойный характер. Ожидание своей семьи. Так, мальчишка прибежал. Арнольд. Мальчик подрощенный. Он постарше. Кого заинтересовал мальчик, обращайтесь. Я расскажу, что, чего, зачем. Мальчик мини, маленький-маленький, коби типа. Сформирован так, такой квадратненький малыш. Низенькие лапки, волос у него жесткий, тяжелый шелк. Он вообще... Иди сюда, солнышко. Все, убежал. Он очень легко расчесывается, не колтунится совсем. Расчесали, несмотря на то, что он там длинный очень. Так, мальчишки уже выясняют отношения. Не поделили палочку. Вот, палочку взял один. Второму тоже нужно, всем нужно. Ну, так тоже бывает. Вот такие наши детки-конфетки. Мокренькие. Ну, ничего. Все природно, все отлично. Детки закаляются, детки красивые, счастливые, здоровые, поэтому вообще не вижу никакой проблемы. Все потом покупаются, расчешутся и будут еще красивее. Поэтому да, вот так. Не сидим мы в клетках, не сидим в доме где-то, не стоим в стойке, а гуляем, наслаждаемся. Вот таким вот образом все наши собачки содержатся, все живут с нами. Вот такие красотулечки, лопатулечки вот есть. Кого интересуют ваши детки, детки померанского шпица и йоркширского терьера, пожалуйста, обращайтесь.
Вот наш мальчик Энерджайзер, также в ожидании своей семьи. Очень интересный мальчик. Ну, просто позитивчик, позитивчик. Настолько он классный, что вот, ну, даже не могу описать. Прям Энерджайзер. Да, Занька? Красавчик, красавчик. Маленький, аккуратный мальчишечка. Всегда первый, всегда готов на любые приключения, на любые подвиги. Вот такой мальчуганчик. Ага, что, уже боишься, что тебе всыпят, да? Ну вот, вот так вот. Пойдем, все, побежали. Кто-то еще здесь, кто-то там. Ну все, будем заканчивать, будем идти делать дальше дела, работу. Работы всегда много, работа никогда не заканчивается. Поэтому всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.